Уимблдон 2004 запомнился не только сенсационным успехом Марии Шараповой, также это был последний большой шлем, на котором в одиночном разряде сыграла великая Мартина Навратилова. Американка попала в основную сетку благодаря специальному приглашению от организаторов. Обыграв на старте колумбийку Каталину Кастаньо, 47-летняя Навратилова стала самой возрастной теннисисткой, победившей в основе Уимблдона в открытой эре. В активе Мартины 9 титулов в Лондоне в одиночке, еще 7 в паре и 4 в миксте. Это 20 в сумме. Интересно, что в 1984 году Навратиловой удалось оформить парный календарный шлем, выиграв все 4 гранд-слэма за сезон. В одиночке на шлемах Мартина сыграла в 32 финалах, одержав победу в 18. Естественно, Уимблдон ее самый успешный турнир. В Лондоне Навратилова выиграла 120 матчей. Это в 2,5 раза больше, чем в Мельбурне и Париже.